До декабря прошлого года здесь росли прекрасные голубые ели, которыми любовалась вся округа. Ели срубили, а вместо обещанного сквера только территория, заросшая бурьяном. Жители с теплом вспоминают этот маленький лесок перед их домом, в котором так любили играть их дети и внуки. Они лишь хотят, чтобы эта территория вновь стала красивой и облагороженной, а не зарастала чапыжником или, еще хуже, застроилась бесполезным торговым центром. Хочется, чтобы немножко обратили внимание на этот парк и привели его в порядок. Тот, кто обещал нам это сделать. После вырубки, как на откуп, посадили 6 обычных елей, и все на этом. Жители близлежащих домов с весны своими силами следят за территорией, косят траву, ухаживают за насаждениями, высаживают новые, но все ждут, что про их просьбу вспомнят. Мы стараемся ухаживать за этим, потому что больше всего нас это беспокоит перед нами. Мы не хотим, чтобы что-то здесь построили, какое-то огромное здание. Хотим, чтобы это был парк. Наши внуки здесь играли, гуляли. Они говорили, приходят сюда, мы пошли гулять в лес. И все время мы были спокойны, что они никуда не уходят, а гуляют именно здесь, в этом лесу, в этом парке. От мэрии ответа по этому вопросу мы не получили. Будем надеяться, что в ближайшее время они все-таки вспомнят о своих обещаниях. Ну а жителям остается только набраться терпения и ждать. УПРАВДА ТВ продолжит следить за развитием ситуации. Кирилл Савосин, Сергей Кудаков, УПРАВДА ТВ.